Костян! Запускай шарманку! Сейчас все будет, украинские танцы! Костя, давай! Танцуй, танцуй, танцуй! Новая серия! Нарко, нарко, мана, на! На поезд ушел, мы тебе ответим, что подождем другой. А ты-то ждал новую серию? Вот мы пришли, распишись и получай, будет хорошо, все будет хорошо, все будет по центру, я это знаю, знаю, хорошо, все будет хорошо, вот чувствую, пацанессы, мы загуляем по субботам другом, короче, выключай шарманку, Ксения Петрович, нужно начинать серию, а то так можно еще, Костя, выключай, повеселились и хватит, пора помирать, начинаем. Нужно так каждую серию начинать. Вот прям разогревчик такой. О, наша, наша любимая, любимая карта. Хорошо. Какое дерево, наркоман? Так, чур, я не знаю, что. Чур, я не знаю, что сейчас. Ой, да. Ой. Это вниз. Это вроде как вниз, я знаю. Или наверх, в принципе, я не разбираюсь. Стасик! Стасик, зомбики! Зомбики, текай с городу, Стасик, стекай! Тика, Мия, извини, я не хотел. Вот нужно вот этого драчуна убить. А, нет, подождите, вот. Вот, вот кто горел. Вот, опа, кто-то... Бейте Алекса Экспо, Алекса Экспо бейте. Где Алекс Экспо? Алекс Экспо, не текай, не текай с городу. Не могу его догнать, догоняйте Алекса Экспо. Опа, ну все нормально, мы разобрались с ним, Костя, все нормально. Алекс Экспо, да, молодец. Молодец-то какой! Давай, 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 давай! Так, запускаем второй раунд быстренько, запускаем. Чур, дерево мое, если что. Опа, ой, the map is beach. Так, ладно, дерево не мое, дерево не мое. Здесь нет дерева. Мой дом. Я хочу... Ого! Ой, прости, прости, я случайно. Толкай, давай. Так, Миюшка, я иду, Миюшка! Ой! Ой, Мия, извини! Я же помогал тебе! Эдисон, черт возьми, я... Да ты ж собака пописяка! Вот кто меня столкнул, это монстр, ты был? Я тебе помог, пацан! Вот оно что, Никич, значит. Ну, смотрите, просто таргетим Никича и Хлебушка. Вот кто виновники торжества в этой серии. Белые горки. Ой, хорошо, как хорошо. Ой, как хорошо, сейчас будет очень всем хорошо. Не нажимай, Костя, не нажимай. Зачем ты нажал, если там еще Хлебушек горел? Хлебушек! Да бабай. Какой твой дом? Никича. Ой, нет. Ой. Get inside, сейчас будет get inside. А, ну вот, нормально. Нет. Спасите, мама, я хочу жить. А кто умер? Алекс Экспо умер. Алекс Экспо умер, да? Ну, Алекс Экспо, так тебе и нужно было. Подставил меня в прошлый раз, то, что я аж упал. Текаем, чур, дерево. Фу, дерево, какое дерево? Дом мой, какой кафе? Это реально кафе? Можно абонемент на дом? Нет. Ну, я не знаю, как получится. Пожалуйста. Дандершторм по центру! Текаем с городу! Ой. Ой. Кому-то плохо сейчас будет. Кому-то сейчас будет очень плохо. Надеюсь, не мне. Не бей молнию. Не надо. Чур меня молния. Ой, хлебушек. Да, хлебушек опять лагает. В очередной раз. А я тебя по... Ой! Извини, пожалуйста! Я тебя просто... Я один раз погладил Стасика! Стасик, как ты умерла! Драчунишка, иди сам. Сам ты драчунишка. Меня умно, одно хп оставила. Молния тебя три раза ударила? Ой, два. Только два.
Какое дерево? Не надо дерева. Вы уходите со своими деревьями, пожалуйста. Вот мы с монстром побежим вот туда. Какое договоримся? Я тебя не буду бить, а ты меня не будешь. Хорошо. Отличный просто план. Ага. Прекрасно. Хорошо. Ну, мы никого не... Мия. Давайте посидим здесь, давайте посмотрим новую серию. Вот, давайте включим предыдущую серию лучшего Майнкрафтера. Если ты ее не видел, прям сейчас надо мной подсказочка. Нажимай, переходи, там Костя. Там Костя такое вытворял. Тебе лучше не знать. Можешь посмотреть, если хочешь. Это Никич, Алекс Экспорт. Что Никич, что Алекс... А, ты серию посмотрел, надеюсь, что да. Нет, я чуть не упал. Уходи. Всем нормально, кто умер? Все живы? Алекс Экспо. А нет, все живы. Значит, я живой. Я жив как никогда. Жив как никогда, Алекс Экспо. Ладно, давайте следующую, следующую карту. Все мы знаем, что ты тварь. Ладно. Алло, да давай, давайте без прямых оскорблений, пожалуйста. Так это он сам сказал. Я успела быстрее. Ой, хлебушек Тим. Да хватит меня сталкивать, Алекс Экспо. Бэ! Давайте, Алекс. Да! Мы победили! Мы победили, Мия! Злобного Кощея! Падай! Ну вам пипец! Эдисон, мы уже договаривались. Амюзимент пар. Ой! Так и знал, гетон сайт! Можно проспойлерить кое-что, можно? Иди. Костя, вырубай шарманку, Костя, вырубай, не время для танцев. Чур, дерево моё. Мой дом. Хорошо, я не знаю, что произошло, но реакция Никича бесценна. Эдисон, он с тобой, берегись. Да, хорошо, здесь Мия, если что. Мия меня спасет. Я надеюсь, сейчас будет какой-то Тинти Рейн или Гаст или что-то. Ой, ой! Ну в этот раз все выжили, в этот раз вроде все нормально. Ладно, опять наша любимая карта, любимая наша карта. Эдисон, он сзади, давай, я его толкаю. Отстань от меня, наркоман, отстань. Ладно. Отстаньте от меня. Я вас подёбаю. Уйди. Ага, вот оно что, да? Тихо, лови. Так, ты фанкопоп не получишь, если я умру. Ты не получишь. Ну всё, не получишь. А, вот оно как, вот оно как, да! Костя не сразу нажал, Эдисон, Костя не сразу нажал, он умер передо мной! Ах ты, Константин Петрович, ты девушек оскорбляешь! Стой, подожди! Ты девушек оскорбляешь! Вот, прыгай! Прыгай в дырку! Да все хватит! Закрой! Он девушек подставляет, значит, Константин Петрович, вот как! Да как ты посмел, Костя? Как ты посмел, Костя, девушек? Ах! Ах, вот оно что, вот оно что. Я спасу. Сталкивайте с Никича, сталкивайте! Ох, ну, Стасик! Следующая карта, хорошо. Ну, если так, то значит так. Опа, чур! Ладно, все, заняли. Хорошо, заняли, хорошо. Я тогда сюда побегу. Не деритесь. Ой. Давайте жить дружно. Ой, хорошо, хорошо. Отлично, отлично. Только Никича надо столкнуть. Нет, меня только. Нет, хлеб, ты сволочь. Ты как Андрюха. Не надо, прошу. Да сталкивайте вы уже кого-то, пожалуйста. Пошёл вон. Я тебе хлеба сам. Мия, как Мия? Меня Никич. Конечно, Никич, что там по писяка. Никич. Да потому что Мия умерла из-за тебя, Никич. Я сочувствую ей. Он тебе... вот оно что. Скребим и верим. Вот оно что, он тебе сочувствует. Ты слышала это, Мия? Никич. Бейте Никича. Он убил утку. Во-во. Ой, валим. Давайте его толкнем в лаву. Я тебя не бью. Не трогай его! Толкайте, Алексей! Ну дайте! Я жив! Чур, дерево моё!
Хотя, забирайте... Хотя, ну ладно, в принципе, можно, можно нет. сюда забраться. Хорошо, так уж и быть. Я заберу. Давайте все Алексей. У тебя 20? У хлебушка... Ну, я ни разу не умерла. Ты дебил, Костя. Монстр... Монстр тоже ни разу не умерла. И вот, кто еще ни разу не умер? Хлебушек ни разу не умер. Дебил, честно, задолбал. Да я знаю, что я дебил. Не меня, пожалуйста. Я тебя даже не трогаю, успокойся. Черт, 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 черт. Да не! Я его толкнул! Да! У нас получилось! У нас получилось! А кто еще умер? Мия, дай 5. Как ты умерла? Ты меня скинь. Не я, это Никич тебя скинул. Никич, мы с ним вместе. Эдисон, дай 5. Чёртов, Алекс Экспо еще тот, честно вам скажу. Костя, вот прям, пула, пожалуйста. Прям еще тот, Алекс Экспо. Чур, домик мой, домик мой, домик мой, извините, пожалуйста, домик мой. Вот, и, вот все. Я буду здесь, я буду здесь. Убивайте хлебушка! Ты что, что ты там сказал? Подождите. А что? А что ты там сказал? Ой. Ну ладно, да, хорошо. Дос. Хорошо. Я в принципе, побегаю, мне нормально. То есть да я пошел могу... ты вон! Что, что да ты? Да сам пошел! Нет! Как? Собака, ты меня подставил! Вот, собака. Собака. Сейчас забаним и Хлебушка, и Алекса Экспо, и Костю. Хотя хлебушек нет, хлебушек мирный в этой серии. А ты что, Костя? А ты вот существуешь. Существуешь, Костя. А ну иди сюда. Слушай, ты. Ладно, вообще не буду. И что сейчас? Нет, давай сюда бегай. Знаете? Да ё-моё! Уйди отсюда! Иди отсюда, ускоряй! Да почему никто за Костей не бежал? Помогите! Да потому что... Толкаем Никича, толкаем Никича! Давайте! И толкаем хлеба! Нет! Господи, а почему не... Да почему они за мной прибежали? Я сейчас чуть не обгадился от страха. Столкните кого-то с дерева, пожалуйста. Мы уже скидывали. Столкните еще кого-то. Нет, они к нам бегут. В смысле? Нет, да, блин, да хлеб уже. Да столкните вы уже, хлебушка, столкните. Я не знаю, кого-то столкните уже. Кто умер? Кого убили? Кто умер? Кто умер? Никич, хватит умирать! Да, я не хочу жить! Можно кое-что сделать? Нельзя! У Мутсер 27, и у Хлебушка тоже 27. Так нечестно. Читеры. Два читера. Конечно, ни разу не умерли. Ой. Ми, ты знаешь наш план. Ты знаешь план. Девочки, не деритесь. Ну, что ты бьешь? Ой, да. Извини. Что ты меня бьешь, женщина? Алло, что ты на меня напала? Ты что такой, Ми? Ты собака сутулая, просто... Просто бан, Хлебушек. Это просто бан. Он его скинул, я... Значит, вот так вот, да, Хлеб? Значит, вот так вот. Хорошо. Ага. Там Хлебушек капает книгами. Сталкивайте Хлебушка, пожалуйста! Кто столкнет Хлебушка? Ой! Блин! Щень! А я выжил, Саша. Да ничего! Хлебушек выиграл, да? И Мунстр. Да, конечно, читер. У Хлебушка 32 мусор, и у Мунстр 32. Конечно, самые большие пупесяки в этой серии Хлебушек. Ты меня подставил, Хлебушек? Ладно, ничего страшного, мы отомстим меня Хлебушку все, в следующей Никич, серии. Меня все обижали. Меня все обидели, все подписчики, наркоманы, короче. Костян, запускай вот. Шарманку, Костян, давай. Костя. Ставь лайкусик на эту серию, подписывайся на мой канал. Ну, не продолжайте. Танцуем. Хватит грюкать микрофон, Костин Петрович! Ставь лайкусик, подписывайся на канал, если хочешь видеть следующую серию лучших наркоманов на этой планете. Я тебе скажу огромнейшее спасибо. Всем удачи и всем пока. Ой, чувствую, я, девки, загуляю.